Agroprom. Кучу дней пожирнее было. Привет, брат.
Ну, я слышу. Ничего, я им так просто не дамся. Прорвемся, куда мы денемся? Хрен этим тварям. Здравствуйте, молодой человек. Лишь бы автомат не кривил, да по
патронов хватило. А так прорвемся. Ну, сейчас я выдам. Говорят, эти твари по ночам стали на патрули нападать. Главное, днем между собой срутся, а ночью собираются в стаи и нас кончают. Пауза, типа. Да, это в точку. Сейчас бы шашлычок, да зеленью, да под хорошее вино. Вытяну. Зубами удержусь, а вытяну. Главное, с катушек не слететь, а то все коту под хвост. Говорят, эти твари по ночам стали на патрули нападать. Главное, днем между собой срутся, а ночью собираются в стаи и нас кончают. Дичи нормальной в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. Yeah.
Слышали легенду о темном сталкере? А? Блин. Боюсь ее рассказывать. Мне ее рассказал один ветеран под большим секретом. Но через день он бесследно исчез. Может быть и я, если расскажу ее. Завтра погибну. Нет, чуваки, не буду. Я уже тут того. Эх, миска бы копченая сейчас. Вот, накачивали наши штабные, накачивали. Нет, мол, ничего хуже сталкеров, ага. Люди ли там работают? Или, может, точно инопланетная хрень там сидит? Я тут с Типком общался. Грит сам лаборатории не видел. Но как-то словил он странные переговоры по рации на Янтаре. В них о какой-то лаборатории речь шла. А один чувак ему клялся, что видел какую-то полупрозрачную фигуру в скафандре типа сталкеровского. И более навороченную... Слушаю тебя. Вон старший стоит, так ты к нему обращайся. Thank you.
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 интересное кино получается. Здоров. Контракт на 2 года, так? С чем по... Сторон прут. Снаружи сталкеры ломятся, а изнутри твари эти одни чего стоят. Вот, накачивали наши штабные, накачивали. Нет, мы ничего хуже сталкеров, ага. Чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Стало ж ты меня зуба. По гробу стало. Было бы где отсидеться. Так негде. Никого надежного. Ни тут, ни там. Вот ведь судьба какая долбаная. Ну, рассказывай давай. Не.
А не сбацать ли чего? Чего тебе? Тебя. Если нужно что, спрашивай у главного.